очень достойный молодой человек. Обыграл Йорга Роскопфа. Совсем еще молодой игрок. Первое выступление — юношеский европейский чемпионат. Из последних его нельзя, но он обыграл тогда Алексея Смирнова в четвертьфинале. Но он теперь играет, а вот, как мы знаем, Алексей Смирнов уже нет. Ну что ж, здесь не дает нам этого сделать. Но вот мы уже видим, что Мазе победа дается легче. Первый сет он выиграл 11-5, а вот потом неуемный по открытом чемпионате Хорватии. Это турнир серии Pro Tour. Проходил в Загребе. Там мы уже наблюдали за его игрой. И, в общем, есть на что посмотреть. Мог упустить. Ну вот сейчас совершенно... Для него самое главное — захотеть выиграть. Тогда все будет, все получится. Потому что он очень мощный, у него... Это сам будет не очень хорошо играть. В противном случае, если он абсолютно собран, то он противник очень... Но когда Корбел нависает над столом, тут любому станет не по себе. Брюкине ему досталось третье место. Это Михаил Мазе. Смотрим, как он будет сейчас играть. Достает все, бег, даже взмок. И пока удерживает. Обидно. Из Германии. И Корбел достаточно легко выиграл со счетом 4-1 у такого, в общем-то, маститого соперника. Что касается Михаила Мазе, то и он с таким же счетом в данной ситуации. Если Мазе будет работать активно, то вряд ли Корбелу это какие-то особые дивиденды принесет. А вот это очень хорошо. И ошибается. Подготавливают себе стол, вытирают. Правильно вытерся, сам вытри стол. Силы тоже. Можно и поиграть. Немножечко аккуратно начали, но вот первым... Но прекратится ошибок. Нужно допускать как можно меньше. Очень. Ну вот так от себя закрытой ракеткой. Явно намеревается, несмотря ни на что, ее выиграть. Очень проходно. А вот сейчас было немножко... И подачи, как правило, берут оба. То есть не было такого... Сейчас, мне кажется, но не принять такое было бы тоже несерьезно.
немножко не... потому что очень сложно приноровиться, найти неудобную для соперника руку. И вновь та же самая ошибка. Можно сказать даже, что Корбел отдает сет сам. Да, вот так. Кавалерийским наскоком Михаил Мазе ведет в счете. Ему достаточно еще только одну партию взять. 3-2. Очень хорошо. Сам-то не очень удобно стоял, но получился прекрасный удар. Начинает проявлять чувства и эмоции. Мазе невозмутим. Как всегда, абсолютно спокойно. Как будто ничего не происходит. Запутал еще. Очень хорошо. Выравнивает счет для Мазы. Хорошая атака. Саккумулировать все возможные силы. Вот. Мазе ошибок делает значительно меньше. Играет более аккуратно, хотя... Вот сейчас посмотрим, если вот сейчас Корбел не возьмет очко, то у Мазы будет уже действительно преимущество. Ох, как получилось-то, а? У этой какая-то, возможно, своя червоточинка такая, неуверенность. Что касается силы возможностей, и практически у всех одинаково. Мазе добрался до матчбола и взял его.